Видео вот тут тоже, видите, они вот где это перекрытие, да, тоже спускаются вниз. Просто вниз спускаются, понимаете? Хочу вам показать тоже крыши тут странные. Очень хорошо видно, сейчас свет падает, что прямо все соединения видны странные. Все крыши из крыш выходят вообще. Просто посмотрите, вот там вот. Перешеек, потом снова, видите? Там тоже. И тут тоже, видите, все идет цепочка домов, да? Так, ну ладно, мы подойдем к этому сейчас пункту, Роман. Только час идти от одного моста к другому, блин. Видите, как бы там город внизу. То есть надо спуститься. То есть все идет уровнями. Столько народу вообще. Обалдеть. Вот, смотрите, какой дом, да? Сейчас я туда пойду. А вот посмотрите, там тоже перекрытие такое, да? Так, подождите, кстати, получше. Видите? Вообще, кстати, как... Очень хорошо вообще свет падает на всех. Там вообще труба, кстати, где? Жалко, что сейчас все церкви закроются, блин. К сожалению. Тут тоже, да, дом с ширмой. Кстати, опять труба наполовину там, наполовину сям, да, вот эти. Просто половина трубы в одном, в одной стене, половина трубы в другой стене. Вот. Как это вот? Так. Приросток там ведь? Беседка приросток. Короче, слушайте, я сегодня еле говорю, вот это что, Понта Романа, что ли? 2000 лет ему, как будто ему лет 100 максимум. Сейчас. Поглядите. Вообще, там вообще такие дома, сейчас я вам сниму, это просто. Ну, вы, наверное, уже видите, но сейчас их увеличу. Это невероятно что-то. Надо стать просто удобно и потом пройтись чуть-чуть туда подальше. Скорее всего, это вот считается Понта Романа, вы понимаете? Вы посмотрите, как он, какой он, да? Как они могут давать ему 2000 лет? 137 или 167 даже год до нашей эры. Это нормально вообще? Просто наглость такую иметь. Вот посмотрите здесь, что тоже, вот смотрите. Дома, посмотрите, как... Посмотрите, это вообще как... Просто вот... Это Мария Асунта, да? Но я уже не успеваю.
Вообще, посмотрите, посмотрите, что. Это вообще что вот это вот делает? Причем на нем три этих маленьких мангуста растет, да? Там арки куда-то внутрь идут. Сейчас мы поближе подойдем. Вот это такой шикарнейший мост, значит, понимаете, 2000 лет вот, просто. Ой-ой-ой. Не, слушайте, ну неужели этому мосту дают Понта-Романо? Это вообще просто. Че ж не Муссолини? Могли любое, понимаете, дать Муссолини там или там Наполеону, любое, потому что он под все подходит. Какой Понта-Романо? 2000 лет вот этому мосту? Посмотрите, что творится тут с домиками, да? Кстати, вообще, это ужас. Какая-то церковь на крыше, да? Капелла. Да, понты, Рома. Это, кстати, снова понты, да? Снова понты. Одни понты. Одни понты. Понты, мост, понты, это мост. Это вообще, посмотрите, это вообще можно назвать домом? Это вообще что? Еще арки, посмотрите, на углу арки. Невероятно. Там еще перелесочек такой, да? И вот туда, плавно вот туда они уходят. Видите, улица эта? Плавненько уходит вот туда. Улица. Потому что здесь-то не за улицы. Здесь все как бы дома из стен идут. Ой, дома из стен вот этой, да, вот этой реки. Типа, мол... Не, вы понимаете, там еще два моста. Я сдохну, если туда пойду вперед. Потому что ну, не может быть, чтобы вот этот был Понта-Романо у них. Хотя, видите, там что, да, кстати? Ну, чтобы они так нагло говорили, что вот это Понта-Романо. Туда идет плавно, видите, все по диагонали, вот там, где большая, там елка. Ну ладно, я лучше пойду ближе к центру. Тут еще две трубы торчат, да? Два глаза таких. Пойду потусуюсь в центре. Жалко, что сейчас народу, конечно, потому что уже люди приезжают с Псков. Вот. В общем, хотя бы примерно знаю, как дойти. Если прямо пойду, да? Смотрите, Берчетто. Берчетто. Берчетто и там, где я первый год моего нахождения в Италии, сделали мы этот аварию. Вот. И нас привезли в оспедале Ди Берчетто, в больницу Берчетто, в общем. Вот, если что, здесь можно сесть на... Если я не смогу дойти. Все автобусы идут, короче, к вокзалу, понятно.
красивый путь. Пожалуйста, да, не знали, что тут придумать, да. Видите, это еще, посмотрите, стена по диагонали. Вот просто проход в реку, да, такой. Потому что получается река туда. Туннельчик, да, под мостом. Вот так вот. Ну и положили сюда, чтобы так уж отвлекать людей. Вот, посмотрите. И все зарастает нашим этим бьюном. Да, слабость у меня не проходит. Вот поэтому я немножко сейчас не работала, потому что мне надо войти в колею. Надо привыкнуть к этой диете. Вот. Привыкнуть без моего любимого персикового чая. Видать, организм уже очень подсел на сахар. Потому что я выпивала, ребяточки, по 2-1,5 литровых бутылки. Понимаете? Конечно. Посмотрите, как, да? Хорошо соединяюсь. Поэтому мое отвыкание очень сильное будет. Ну, наверное, думаю, что не одну неделю, то, что неделя уже прошла, я еще так страдаю. В смысле, я не страдаю. Не то, что прям мне хочется, я бы, конечно, не отказалась, да? Но мне просто, у меня вялость, вот, вялость у меня. Вот, посмотрите, как шире дома, да? Видите? И вот там такая еще арочка-нишка, видите? Хоть здесь и лучше видно, но там вообще столько народу, просто невероятно. Да, и когда ходишь вот так вот по городу, снимаешь, конечно, столько соблазнов. Блин, я же еще вообще хлеб не ем. А тут Италия, это же вообще это хлеб, булка. Пойдемте сюда. Скорее всего, мы сюда ближе. Быстрее к центру придем. Скорее всего. Ну, тут тоже какая-то замурованная. Кстати, дом когда получается? Вот, кстати. То есть там вообще сплошная стена, а в какой-то момент есть немножко вот 10 сантиметров отхода, смотрите. Видите? Смотрите. Потом соединяется и идет просто стена. Вот так вот. Посмотрим, может быть, еще пока церковь открыта. Сколько коммуникаций тут. Вообще, посмотрите, посмотрите, посмотрите. О, вроде еще открыто вот это. Тут рынок был, блин. Я как обычно. Видите, наша кожа наверху, да? Вибрациями. Кстати, не такая уж и ровная арка, все с вибрациями сложными, да? Так, ну ладно, давайте зайдем.